Химки «Электротранс» отметила 22-летие своей работы. Сегодня в организации трудится около 300 человек. Поздравил сотрудников троллейбусного депо глава городского округа Дмитрий Волошин. Хочу всех поздравить лично, персонально каждого с этим праздником. Поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете все для нас. Поблагодарить вас как директора, который организовал и сегодня управляет коллективом так, что мы не слышим проблем. Это значит, что все в порядке. После глава муниципалитета вместе с директором предприятия осмотрел новинку троллейбусного парка «Электробус». Таких машин в Химках две. Они курсируют по городу с марта этого года. Главное преимущество электробуса перед обычными троллейбусами – автономный ход. Новый транспорт сможет проехать без электричества до 20 километров, а вместимость салона возросла до 100 человек. Очень удобно для пассажиров. В ней все новые системы, которые только есть. Кондиционирование, USB-зарядки, низкий уровень пола, удобное сидение. То есть для пассажиров это самая лучшая машина. Сейчас в распоряжении предприятия 33 троллейбуса. Постепенно власти города обновляют парк. Также идут работы по продлению первого маршрута. От остановки улицы Дружбы до спортивного комплекса «Родина».